Оно все было у них в коридорах таких. Они вот в эти уфицы свои в офисы приходили из дворца по таким вот коридорам, по переходам. У них объединены замки эти. Смотри, были. Анна-Мария. Медичи. Виза. Медичи. Угу. Какая Анна-Мария. Львица. Львиса. Львица. Понимаешь, откуда пошла львица? В каком-то жутком магазине. В каком-то жутком магазине. Ужасно. Оказалось, духи Гермес, Гуччи и Аква ди Парма. Вода из Пармы. Парма — это река, то есть они набирают оттуда воду из этой реки. И на основе этой воды делают одеколоны для людей. Может быть. Ничего себе! Браво! Браво! Фалигу, о, пожарник. Круто. Настоящий пожарный. И опять он что-то издеваются они друг над другом. С дубинами с какими-то. Здесь лестница, Лен. Мы тут обнаружили такую табличку около этого фонтана великолепного, что тут штраф. Сезонная административная пуницерия. Штрафуют за то, что вы туда залезете, но тепло. Пьеро Туччи. Вот мы шли в ту сторону, у него была готова голова, а сейчас прошло часа два,
И он наконец-то... Три часа, и он наконец-то заканчивает плечо ей, да? Ну, то есть он прям сам в ранний утро, наверное. Это очень долго. Ну, а лицо-то вообще, извини. Ну, он, видимо, с раннего утра лицо выписывал. А это оставил уже на потом. Наши 5 евро. Так лежал. Ему и не добавили особо ничего, да? Да. Тяжелая жизнь у современного художника. You making perfume this place? Mm-hmm. Making? No. If perfume it's finished, we're going to go with the bottle. Recycle. Yes. Recycle. No. Perfume. You put inside. Perfume. Perfume. Maybe use this one. Finish. Finish. You put here. Okay. Tank for perfume. Yes. Big tank. Yes. Different. No. Only what? Alien from Mugler. Alien and Angel. Aura. Mugler. Fontaine. This is Fontaine. Надо же. It's very popular. Кожаная мода, сделанная в Италии. Это протезы. Бонасейра. О, сумки, гитары. Воскресный вечер. После работы люди вот во Флоренции отдыхают. Наверное, не люди все-таки, а туристы. Люди, не люди, туристы. Но все довольны. Расслаблены. Да, потому что атмосфера такая. Музыка играет, и свет приятный. Подсветки хорошие. А храмы они все равно не подсвечивают. Глянь. Да. Видишь? И это не потому, что... Нет, это вот оттуда светит, вон, с угла. Птиц собачьей свадьбы. Где-то там, да. Знаете. Забастовка против убийства животных, в частности, кур.